А ну-ка, 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 угадайте, у кого сегодня день рождения? У Тимура! Привет, друзья, вы на канале Тимка Супербой. Сегодня у меня день рождения. Ура! Ура! И что тебе подарили? Сигвей! Ух ты, какой! Сигвей? А ты нам его сейчас покажешь или нет? Ура! Дари его! Машина, отцепляйся! Тимур, с днем рождения тебя, зайчик. Спасибо. Поздравляем, желаем тебе здоровья, чтоб ты рос у нас большим и сильным. Слушался родителей, маму и папу. Мы тебя очень любим. Это подарок от мамы и от папы. Спасибо, мам. Сколько тебе лет исполнилось, сынок? Шесть. Шесть? Да. Точно шесть? Да. И мы сегодня поздравляли Тимура. Он такой радый, что ему родители подарили сегвей и сколько шариков. Вы только посмотрите, сколько их много. Только много. Он вообще такой радостный-радостный ходит. И потом мы будем его распаковывать и испробовать его на улице. И все вы сейчас увидите, дорогие друзья. И подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Ух ты! Ого, какой! Смотрите, что это. Ого, какой! Тяжелый! Тяжелый! Конечно, тяжелый. Помогите нам! Ой, какой же у меня! Это робот целый! Да, это робот целый! Начинаем собирать! А тут не легкая? Трансформация! Трансформация! Так, это что? А сейчас еще, дорогие ребята, мы вам расскажем за этот сигвей. Сигвей — это уникальное изобретение, которое дает возможность пользователю наслаждаться скоростной ездой без необходимости длительного обучения вождению. Подобные устройства безопасны, отличаются простым управлением, безвредны для экологии, что это сейчас очень важно. Указанные особенности делают двухколесный электросамокат чрезвычайно удобным. Однако далеко он является недешевым развлечением. Ну, родителям же для Тимура ничего не жалко. Поэтому они подарили вот этот вот большой сигвей Тимуру. И мы вам потом покажем, как он будет на нем кататься на улице. Сейчас папа с Тимуром соберут сигвей и будут его немножечко испытывать в доме. А потом мы пойдем все на улицу, и Вовчик, и Тимур, все-все-все будут смотреть. Как это будет увлекательно. А ну-ка, Тимур, прокомментируй, пожалуйста, свой подарок. И скажи родителям, конечно же, спасибо. Спасибо вам, папа, мама. Хороший подарок. Вы тоже чуть не расплакались, дорогие ребят. Как это было мило, что Тимур сказал спасибо своим родителям. Тимуру подарили гироскутер. Тимур, как тебе подарок? Нравится? Да, класс! Научился? Да. Класс? Давай, покажи.
Вот, и уже посмотрите, какой красавчик. Ага, да, ему зигзаг нарисовали. Вова. Вы были на канале Тимка Супербой. Всем пока-пока.